Оба. Привет, с вами доктор Влад. Ну, я один ролик уже опубликовал там с беговой дорожки, а сейчас новостной. Вот я вчера вам говорил, когда вчера или сегодня уже, да, что Трамп выразился таким, значит, это образом в моей великой и непревзойденной мудрости. Такое у него было словосочетание, да. Я еще удивился, но не стал искать подтверждение. Я же по-русски, на русских читаю в сайтах, чтобы побыстрее было. Вот, а у меня тут одна русская американка не поленилась и нашла. Да, действительно, именно так. Она даже, по-моему, что-то тут, да. В Твиттере, да, она слазила в трамповский Твиттер, и именно так было написано. Вот она комментирует, что пациенту совсем плохо, и это президент, который говорит от лица американского народа, по идее, да, конечно. Да, мрак, конечно, мрак, боится он, боится импичмента. Поздравления от Трампа и Зеленского Путину в Кремль не поступали, это Дмитрий Песков, но он говорит, что, может быть, задержалась где-то там. Ну что, на лошадях, что ли, послали? До конца дня я не видел среди поступивших посланий каких-либо посланий от Трампа и Зеленского. Но их или нет, или они могут поступить позже. Вот так. Облом называется. Облом. Туалеты на российских вокзалах станут бесплатными с 2020 года. Ну, в Америке все туалеты бесплатно, чтобы вы знали. Да? Но дело в том, что ну, туалеты будут бесплатные, а билеты будут дороже. Стоимость туалета будет включена в билет. Это еще лучше даже. Ну, для тех, конечно, для российских железных дорог. США обеспокоены мошенничеством с органическими продуктами. Интересная статья. Дело в том, что, вот смотрите, значит, ну, есть такие органические, они дороже, да, и вот, например, в 2016 году продукции в общей сложности продали на 8 миллиардов долларов, да. Это вот американских, а импорт на импорт, ну, тоже импорт поступает, да, органический, на 2 миллиарда долларов. Но они проблемные, от 60 до 70% сельскохозяйственной продукции, импортируемой в США под органическим брендом, потенциально могут быть фальшивки. 60%, 70%, нифига себе. Ну да, вот тут из Мексики, Центральной и Южной Америки, и как-то они жульничают. Причем штрафы маленькие. Там миллионы оборот, конечно, а штраф всего 5000 долларов, если там что-то обнаружат. Для мошенников это просто смех, а не убыток. Интересные дела. Так, запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли. Почему? Решение связано с переносом участка Керченского подхода с целью сохранить античную усадьбу, которую обнаружили на этапе подготовки. Блин, это чтобы на Путинский мост обращали внимание, у меня слов не хватает, на какую-то усадьбу в районе Керчи. Ох ты, да ладно врать-то, ну кто ж поверит-то? Господи. Назван регион России с самой высокой смертностью от алкоголя. Ну, ребят, Чукотка, да, ну, я хочу сказать, что все это вранье, вот вранье, все эти цифры. В России за 2018 год 48 тысяч человек скончались из-за злоупотребления спиртным. 48 тысяч? 480 тысяч, я поверю, но не 48. Ну, врут, просто пишут сердечный, да? А какой сердечный? Он с бодуна помер, к примеру. И вот тут дальше на Зен я иногда захожу, никчемная жизнь уходящего поколения. Тут мужик один, а нет, женщина рассказывает, да, мать ей звонит, знаешь, Сережка умер, молодой же еще, чуть за 60, спился, Сережка, ну вот она рассказывает, красавчик, он ей нравился, вот, и да, и этот умер, и моего среднего брата тоже нет, спился, из класса братьев, они старше меня на 64 года, не знаю, сколько лет, но уже так чувствуется, что многовато. Живых мужчин единицы, и в моем классе нет уже многих, и в моем тоже, я вот за себя говорю. Я рассказывал про друга музыканта, он младше меня и тоже сгорел от пьянки. Что не так? Что происходит с провинцией? Почему крепкие, здоровые парни, умные, возвращаясь, не находят себя и спиваются? Мой папа фронтовик, вот из-за этой фразы, ей-богу, я вот взял эту статью. Мой папа фронтовик, добрейшей души человек, умирая, сказал сыну, что не понял, зачем он приходил в этот мир, потому что кроме работы он так ничего хорошего и не увидел. Тяжело было жить. Это были его последние слова. Вот так, ребята. Ладно, полиция предложила губернатору Красноярского края Александру Уссу попросить о дополнительной охране.
что-то не любят его там в Красноярске. Но в Сибири законы такие. Да, возможны провокации. И, в общем, охрана и безопасность обеспечиваются военнослужащими Росгвардии. Вот для чего нужна Росгвардия. Охранять вот этих губеров, да? Ничего, пельмень. Ну, за свои деньги, кстати. Не за государственные. Песков пообещал выяснить ситуацию с отказом в проверке полицейских, из-за которых дочь Азара оказалась в квартире одна. Я им рассказывал это, да, что одного там арестовали, а дочка малолетняя осталась одна в квартире. Мамы не было, она куда-то ушла. Ну вот пытаются что-то. Ох, а тут уже ответ Следственного комитета, в котором говорится, что ведомство не нашло оснований для проверки. Ну все. Что там говорить? Министр науки объяснил новые требования к российским ученым. О, я вам сейчас объясню. Я не министр науки, я объясню. Главное любить Путина. А наука дело 16-е. Ну тут, тут требования, знаете, какие, если иностранец к вам приезжает, то за 5 дней нужно уведомлять и все данные и так далее. Да уж. Формула Штайнмайера и точный текст и смысл. Ну вот я говорил, Андрей Ларионов, да, я в своем ролике упоминал, почитайте на «Эхе Москвы», он все-все-все объясняет и объясняет, почему это так плохо будет для Украины. Но я с ним не согласен. Потому что неизвестно еще, что будет, и как там это будет, и как это повернется. Любую формулу можно вывернуть наизнанку, ребята. Я просто верю Зеленскому. Ну, у меня больше ничего не остается. Я вижу, что это приличный человек. Вот и все. Вот это у меня такое мнение. Сегодня я полно уже поудалял националистов каких-то, которые орали, что я купленный агент Путиным. В Бразилии нашли бутылку с посланием от советских моряков. Думаю, да что ж там такое? Оказывается, они знаете, какое послание оставили? Мы выпили эту... Вот. Адресовано тем, кто не поленился выловить эту бутылку. Она была распита вопреки всем приказам и постановлениям МРХ, это Министерство рыбного хозяйства, и правительства, настоящими моряками, соблюдающими и помнящими морские традиции. Да, интересно. Ну, в общем, знаете, какой смысл? В 90-м году сбросили это дело. Пили, пьем и будем пить. И вот вам все разговоры насчет того, что в России сейчас меньше стали пить. Пускай это 90-й год, но сейчас, мне кажется, еще хуже. В России сейчас вообще все только хуже. Лукашенко назвал ситуацию в Донбассе конфликтом России и Украины. Блин, вот он везде поговорил, да. Решение конфликта, уверен белорусский лидер, зависит от того, сядут ли главные игроки России и Украины за стол переговоров и начнут ли они принимать решение. Да, идет конфликт в Донецке между Россией и Украиной. Об этом он сказал на форуме в Минске. О, хорошо. Смех разбирает. Опа, Песков отреагировал на слова Лукашенко. Не, ну он прав, конечно, он прав. Песков отреагировал на слова Лукашенко о Донбассе. Значит, он говорит, здесь можно только не согласиться с оценкой, потому что конфликт на Донбассе является внутриукраинским конфликтом, и Россия никоим образом не являлась, и не является, и не будет являться стороной своего конфликта. И затряс усами так, тр-тр-тр-тр-тр, затряс усами. Все. В Союзе пивоваров прокомментировали возможный запрет крафтового пива. Понятия не имею, что это такое, его хотят запретить. Я говорил в прошлом ролике, позапрошлом. Вот, они сказали, да ну ерунда, что, какой разговор, будет специальное пиво. Если нельзя как пиво, будет специальное пиво. Вот и все. Без проблем. Абсолютно. Узбекистанский боец ММА Нурматов умер после поединка в Грозном. Вот тебе и на тебе. 27 лет ему был поединок. Он, ну, там проиграл 3 раунда по 5 минут. Смешанное единоборство. Это когда лупит всем, чем можно, да. И у него после, значит, игры, ну, после вот этих 3 раундов по 5 минут был инсульт. Он впал в кому после боя и не вышел из комы. 27 лет. И нафига такие спорты, да? Ой-ой. В Краснодаре прооперировали девочку из США с маской Бэтмена. Помните, я вам говорил, у нее такая вот лицо все, ну, черное, родимое пятно, да, ей 6 месяцев всего. И вот в Краснодаре пообещали ее, значит, прооперировать. Там нужно 80 операций. Вот первая операция прошла вроде бы. Ну, посмотрим, что дальше будет. Я обещал, что я буду рассказывать вам. Так, после угроз Трампа Эрдоган собрался в Вашингтон. Да, надел свежие трусы и направился в Вашингтон. Да, интересно, интересно. Ну да, ему Трамп угрожал. Он сказал, что это не дай-то Бог,
При этом Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции, если Анкара сделает что-то недопустимое. У них там, ой, какой-то кукольный театр, да? Вот что Трамп, что Эрдоган, что Путин, да? Ой-ой-ой. ЕСПЧ обязал российские власти выплатить 10 тысяч евро моральной компенсации жительнице Омска. Ребят, ну там ужасно совершенно. 10 тысяч евро, запомните эту цифру. Европейский суд, ее дочь, вот жительница Омска, да, ее дочь 3 недели пролежала в морге с паспортом в кармане. Полиция и следователи не искали семью, тело похоронили как неопознанное. Об этом пишет сайт «Сибирь Реалии». Вы прикиньте, да? И вот дальше комментарии сплошь. Неужели 10 тысяч, вот 10 тысяч евро, да? В Германии, говорит, в какой-нибудь, да там вообще там миллионы бы содрали с них. Ну, а Россия, ладно, вот вам, как говорится, подачка в зубы, да? Нехорошо это. С паспортом в кармане лежало. 3 недели. Ой, блин. Семье Лапшиных пришлось бежать из своего дома, чтобы опека не забрала детей. Ну, они жили в Вологодской области, бедненько жили. Вот опека пришла, и вы бедно живете, мы у вас детей заберем. Вот, они сбежали в Карелию и так далее. И это, конечно, крутой идиотизм, но пишет Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала РТС. Чего это она вдруг вот этим занялась, а? Ей же грехи свои не замолить никогда. Вот одно вот это интервью с Башировым Петром, это все. Это на ней крест. При жизни на ней уже крест стоит, понимаете? Нет, вот она чем-то тут начинает заниматься. Ой, ой, кто же это сказал, что нет, что раскаявшейся проститутки... Напомните мне, а? Кто говорил про раскаявшихся проституток? Посмотрите в гугле, очень интересная фраза. Нет никого целомудреннее, что ли, чем раскаявшиеся проститутки. Ну, вот это про нее. Так, ладно, российским Су-57 нашли нового покупателя. Ребята, в России есть классный такой истребитель Су-57, и нашли покупателя, и покупатель готов его брать. И знаете, как зовут покупателя? Мьянма. Вот такая сторона, я даже не соображу, где ее искать. Вот Мьянма хочет купить и замьянмить вот эти вот Су-57, будут на них летать. Ой. Москва подготовилась к зиме. Ну, это известно уже все, да, они. Это на Мосленте, город, история, урбанистика. В общем, они уже в Москве уже положили зимнюю плитку. Знаете. АвтоВАЗ выпустит новую модель автомобиля. Автомобиля. АвтоВАЗ выпускает автомобили. Для меня это новость. Значит, вот я посмотрел, так красивенько выглядит. Думаю, кто же дизайнер, Катя? Оказывается, это полностью Renault Dodge какой-то. Renault. Renault Dodge с измененным дизайном. Изменили дизайн, у него сделали, ну, просто, не знаю, фары другие поставили. Это Renault Dodge. Сами уже не могут ничего. И сегодня 70 лет Сигурни Уивер. Может быть, помните, да, лейтенанта Рипли. Очень красивая женщина, прекрасная актриса. Тут про нее много-много рассказывается на газете «Ру», как она вообще куда попала, как она попала в актеры и так далее и тому подобное. Всего хорошего. До свидания. С вами доктор Влад. Чао. Пока.